8:30 с сестрой Зитой она пошла в школу. Значит, находились они на линейке. Примерно в 9:30 услышала выстрелы и увидела, что во двор школы со стороны улицы Коминтерна забежали люди в военных формах с оружием, которые были в масках, а другие без масок. Всего около 8-10 человек. Увидев их, выбежала за пределы школы, значит, на переулок Школьный. А затем вспомнила, что там сестра осталась, и она вернулась. Значит, всех их захватили и загнали в спортзал. В спортзале, значит, боевиков было примерно человек 10. Значит, повсюду они развесили взрывчатку. Бандиты стреляли в потолок, когда пытались их успокоить. Между собой они общались на непонятном ей языке. На второй день после, значит, захвата запретили пить воду. Сказали, что мы объявляем сухую голодовку. На третий день, примерно в 13 часов, в зале произошел взрыв. Затем еще второй взрыв. Она встала и выбежала через окно. Значит, там были спецназовцы, и они спасли ее. Так, в 53-м томе все материалы оглашены. Оглашаются показания потерпевших в томе 54-м. Листы дела 42-47. Это показания потерпевшего Динарадзе Карена Автандиевича. Он был допрошен 8 сентября 2004 года. Значит, им позвонила семья Кадзаевых и сказали, вот, что договорились они, что он будет снимать на видеокамеру праздничную линейку в средней школе номер 1 города Беслана, где их дочь будет давать первый звонок. Иначе вот по их просьбе он прибыл в город Беслан. В 9:10 вывели из школы, значит, учеников и построили старшеклассников. Один мальчик-старшеклассник взял девочку, которую я должен был снимать, на видеокамеру, поднял ее на плечи. Я начал снимать, значит, и увидел, как прошло примерно 3 минуты видеозаписи, как во дворе послышалась автоматная стрельба. И люди, вооруженные автоматами в камуфляжной форме, в масках, стали захватывать двор. Я прекратил видеосъемку и более не снимал. Вооруженные люди стали стрелять в воздух, загоняли всех собравшихся в здание школы. Увидел, как люди бьют стекла, и вся толпа, значит, как через дверной проход, также лезла в здание школы через окна. Я тоже залез в помещение школы через окно, втиснулся в спортивный зал. В зале террористы, которых было примерно 6-8 человек, среди которых были две женщины, значит, имели они на поясах взрывчатку с проводами, стали отбирать у людей все средства связи, в том числе фотоаппараты и видеокамеры. Затем несколько мужчин, которые были повыше, подняли одного из сидевших заложника и заставили помогать террористам вешать взрывчатку. Значит, примерно террористы повесили примерно 25-30 зарядов в спортзале. Мужчин было примерно в это время 12 человек.
После выполнения этой работы посадили в коридоре, ведущем спортзал на пол, лицом к стене, заставили завести руки за голову. Просидев немного, неожиданно для нас, в одном из классов раздался очень сильный взрыв. Так, как мы потом узнали, взорвалась женщина, шахидка. От взрыва погибло несколько из сидящих мужчин сразу, а некоторые были тяжело ранены. Мне взрывом поранило левый глаз. В этот момент из класса, где раздался взрыв, боевики вынесли тело смертельно раненого боевика и положили в коридоре. Боевик, который у них был, как я понял, старший, с рыжей бородой, славянского типа лицо, присел над раненым боевиком и читал ему Коран. Просидев немного, я увидел, как этот боевик сделал укол раненому боевику, и его занесли в другой класс. Мы продолжали сидеть. Я думал, что нас должны расстрелять, однако боевики суетились, на нас внимания не обращали. Просидев примерно 3-4 часа, мы оттащили мертвых мужчин, а также раненых, в один из классов, который, какой не помню, на втором этаже. Затем боевики сказали, что окажут нам первую помощь. По разговорам но разговаривать нам не разрешали, и смотреть по сторонам было запрещено. Нас всех завели в один из классов второго этажа, где на полу лежали трупы мертвых мужчин в количестве не менее 3. Боевики заставили нас лечь на пол рядом с трупами. Примерно через 10 секунд боевик сел на стул в коридоре и стал очередями автоматными в нас стрелять. Я забился в угол прямо над моей головой. Примерно в одном метре откалывалась от пуль штукатурка. Рядом со мной лежал мужчина полного телосложения, который при очередной очереди захрипел и встал. Примерно через 1 минуту боевик выстрелил в нас очередями из автомата, и в этот момент пришли 2 наших мужчин, которые под прицелом боевика выкидывали трупы на улицу. Когда очередь дошла до меня, я встал. Боевик, который ранее стрелял очередями, удивился и усмехнулся тому, что я не погиб после расстрела, и заставил выкидывать оставшихся мужчин. Мы спустились на первый этаж и опять поставили нас к стене. И мы по одному ходили в туалет, мыли руки. Придя в спортзал, я лег и находился в состоянии шока. Значит, из глаза у него шла кровь, периодически он терял сознание. Очнулся я только на 3-й день, когда случился взрыв. Лежал я под баскетбольным щитом, ближе к окнам. После взрыва меня контузило, у меня загорелся волос. Я, значит, погасил огонь, увидел, как дети лезут в окна, и со всех оставшихся сил ринулся к окнам, выпрыгнул на улицу. Я побежал в сторону спецназа, а мне так в спину стреляли боевики. Со мной бежала мать с ребенком, и после того, как она упала, сраженная пулей, я взял в ходе бега ребенка и выбежал к спецназу. Кто была эта женщина и ребенок, он не знает.
Вот такие показания. Оглашаются показания на листах дела 182, 186. Это потерпевший был допрошен Кусаев Хеток Черменович. Допрашивался он 11 сентября 2004 года. Значит, 1 сентября 2004 года он и его старший брат вышли из дома в 8:10, пришли в школу примерно в 8:50 на праздничную линейку. В 9 часов 15 минут раздались автоматные выстрелы. Стреляли люди в масках, которые бежали со стороны улицы Коминтерны. Значит, эти люди стали загонять всех в школу, в спортивный зал. Террористы сразу стали минировать зал. Примерно минировало 5 человек. Они заставляли старшеклассников им помогать. Первый день из зала увели мужчин. Вернулось обратно в зал 6 мужчин. Часть мужчин, не все. Вооружены террористы были автоматами, пистолетами, ножами. На некоторых были пояса со взрывчаткой. Я видел еще 2 женщин-террористок. Они были в масках с поясами. Еще у них были в руках кнопки. У всех террористов были рации. По некоторым они переговаривались. Я слышал, что террористы говорили на разных языках. Значит, в первый день нам дали по половине стакана воды, а на второй день воду не давали. Нам сказали, что вода отравлена. Но когда заложников выпускали в туалет, и тогда можно было попить воды. Значит, на третий день примерно в полдень раздались взрывы и автоматная стрельба. Я помню, что выскочил на подоконник и вместе с другими людьми выбежал из зала. Больше ничего не помню, рассказать не могу. Оглашаются листы дела 206-210. Это показания потерпевшей Дзыбоевой Эльзы Викторовны. Она была допрошена 11 сентября 2004 года и пояснила, что работает учителем музыки первой средней школы города Беслана. 1 сентября пришла на торжественную линейку, где уже собрались учащиеся школы, их родители и учителя. Линейка только началась, когда услышала выстрелы и увидела около 5 человек в камуфляжной форме, в масках, вооруженные автоматами. Все перепугались, стали разбегаться. Эти бандиты стреляли и загнали всех в спортзал школы. Всего в заложниках оказалось более 1000 человек. Бандиты посадили всех на пол, требовали, чтобы все замолчали, угрожали расстрелом. Первый день в спортзале кого-то убили. Бандиты заминировали весь спортзал. Старшеклассников и мужчин заставляли им помогать. В спортзал принесли бандиты телевизор и что-то смотрели. По краям спортзала заставили кого-то разбирать пол. Для чего, не знаю. У меня тромбофлебит, сильно болели ноги, и я лежала у стены, почти не двигалась. Детям не разрешали пить воду. Бандиты говорили, что мы никому не нужны, что по телевидению объявили, что заложников всего 30 человек. И знают, что их будут штурмовать. Один из бандитов говорил, что все мы взорвемся и пойдем к Аллаху. В спортзале я видела 2 женщин в темной длинной одежде. Значит, бандитов описать не могу. Все в то время, 3 сентября, примерно в обеденное время, в спортзале прогремел первый взрыв. Я лежала и не видела, что взорвалось. Кто-то стал прыгать в окна. Началась стрельба. Я лежала, так как не могла вставать. Затем сразу же прогремел второй взрыв. Меня не ранило. Через несколько минут бандиты подняли оставшихся в живых и приказали идти в столовую школы. Я поднялась и увидела, что везде трупы заложников. По их телам нас заставили пройти в столовую.
в столовой была вода, и многие кинулись к воде. У бандитов произошел какой-то спор, но о чем они говорили, я не слышала. Потом во время обстрела принесли... Что-то здесь, по-моему, лист перепутан. Времени хватает. Потом во время обстрела при страдании определить не могу. И в случае необходимости гражданский иск буду заявлять в суде. Оглашаются показания на листах дела 218-222. Это Кибизовой Раисы Каспалатовны. Она была допрошена 11 сентября 2004 года. И показала следующее, что пришла в школу примерно в 8:30. У входа в школу встретила она Дудиеву, майора милиции. Она была дежурная и должна была выступать на праздничной линейке. В 9:20, находясь на линейке, со стороны улицы Коминтерна стали забегать люди в камуфлированной форме с оружием в руках. Их было трое. Я видела, как они стреляли вверх, требовали, чтобы мы все заходили вовнутрь школы. Нас было очень много, и мы с трудом проходили сквозь узкий проход. Было примерно около 1400 человек. Один из бандитов с перевязанной рукой кричал, чтобы все слушали его, так как он самый главный. Поместили в спортзале в течение получаса. Весь зал был заполнен. Устанавливали растяжки, 5 бандитов, и помогали, точнее заставляли заложников из числа родителей и старшеклассников. При мне один из боевиков убил Бетрозова, который был отцом 2 мальчиков, учащихся нашей школы. Первый день, значит, из спортзала вывели человек 15 мужчин, родителей и учеников, и через некоторое время в каком-то помещении школы раздался взрыв. Позже один из боевиков сказал нам, что если мы не будем слушаться, то с нами произойдет та же участь, что и с теми 15 мужчинами. Второй день прошел относительно спокойно. Они кричали, стреляли в потолок, но никого не убивали. Только не давали пить воды. На третий день в 13 часов произошел взрыв. Откуда, я точно не могу сказать. От взрыва я потеряла сознание. Очнувшись, видела... Ходил наш сотрудник милиции в форме и помогал выносить раненых. При захвате школы боевик, который загонял нас в школу, стрелял вверх и кричал: «Я самый главный», я опознала его на фототаблице под номером 20. В томе 54 все материалы дела оглашены. Показания. Оглашается... Показания в томе 55. В томе 55. На листах дела 155-159. Это показания потерпевшей Дзгоевой Алины Ирбековны. Она пояснила, что 1 сентября 2004 года я одна пошла на праздничную линейку в школу номер 1 города Беслана. Значит, находилась со всеми вместе во дворе школы. Встали, когда на праздничную линейку, в 9 часов 20 минут услышала звуки стрельбы. Все люди испугались, побежали в сторону спортзала. Я тоже вместе с людьми побежала в спортзал. В спортзале я уже поняла, что нас захватили в заложники. Когда нас всех собрали в спортзале, то 5 боевиков стали по всему спортзалу натягивать провода и подсоединять к ним крупные штучки.
Что именно они подсоединяли, я не знаю. 1 сентября весь день нам разрешали пить воду, ходить в туалет. 2 и 3 я все время находилась в полусонном состоянии, так как чувствовала себя плохо. 3 сентября, примерно в обед, я услышала взрыв. Где именно он произошел, я не поняла. После я услышала второй взрыв. После этого я и еще несколько человек, кто именно, я не помню, вышли из спортзала и зашли в туалет. И через некоторое время в туалет зашел солдат, который нас вынес во двор. Затем, значит, зашли другие солдаты и положили нас на машину скорой помощи. Оглашаются листы дела 243-248. Это показания Бегаева Хасана Батразовича. Он был допрошен 21 сентября 2004 года. Значит, он 1 сентября со своей мамой пошел в школу, где он учился в 5 классе, на праздничную линейку. И примерно он указывает, что примерно прошло около 10-15 минут, когда они построились, услышал стрельбу со стороны ворот школы с улицы Коминтерна. И увидел, что в их сторону, со стороны Коминтерна, бегут несколько человек, значит, в масках, другие бородатые, у всех были автоматы, одеты были в камуфляжную форму. Значит, всех согнали в спортивный зал. В зале было очень много народу, сразу боевики убили одного мужчину, значит, в зале. У всех отобрали телефоны, фотоаппараты, сумки. Первый день давали пить и ходить в туалет, а второй день и на третий они уже не давали пить и ходить в туалет. 3 сентября, примерно в обед, в спортзале раздался взрыв. Где и что взорвалось, я не видел. Я только увидел, что около двери выхода со спортзала на улицу был дым. Я, мама и другие люди забежали в маленький зал. Значит, было их человек 30-40. Значит, там к ним забежал один из боевиков и сказал, чтобы все они шли в столовую. Я, мама и другие люди из малого зала пошли по трупам людей в столовую, через весь большой спортзал. Убитых людей было очень много. Пожара в большом спортзале еще не было. Нас привели в столовую. Значит, кто-то стоял в окне, и дети и родители стали вылезать в окно. В комнату забежал боевик и стал стрелять по нам. Он убил одного ребенка, второго ранил. Я с мамой и другие заложники спрятались в столовой. Значит, мы лежали на полу. Пробыли мы там до вечера, а затем их освободили. Оглашаются листы дела 338-342. Это показания потерпевшей Кубатиевой Тамары Михайловны. Она была допрошена 21 сентября 2004 года и пояснила следующее. Фамилия еще раз, фамилия. Кубатиева. Кубатиева, да, Кубатиева Тамара Михайловна. Что утром 1 сентября с внучкой Илиной поехала в школу на праздничную линейку. В первый класс шла дочка
Амина, моего племянника, Фраева Руслана. Во дворе школы, значит, она, во дворе школы она сидела на скамейке и увидела, как с улицы Коминтерна начали забегать мужчины в черных масках, в камуфлированной форме, с автоматами в руках, стреляли вверх, загнали в помещение школы, рассадили всех в спортзале. Заложников было около 1000 человек. У входа сидели два боевика. Один держал ногой какое-то устройство, а другой сидел за нами, чтобы мы не вставали. Следил за нами, чтобы мы не вставали. Находились мы вместе, я и моя внучка. Первый день разрешали выйти в туалет или пить воды. Второй, в первой половине дня, 1 сентября, до того, как заминировали спортзал, убили мужчину Дзампаева. Кто, не могу сказать. Кто говорил, что за то, что он отказался помогать минировать спортзал. Заминировали в течение одного часа. На второй день террористы стали очень жестокие, не разрешали пить воду, выходить в туалет. Люди рвали свою одежду, тайком мочили и этим спасались от жажды и духоты. Во второй половине дня в спортзал пришел Аушев. Значит, он ничего не ответил, прошел в центр спортзала, о чем-то переговаривался с бандитами. Потом повернулся и вышел. На третий день к нам... к нам, то есть ко мне, к Фаризат Кубатиевой, матери Сослана и Руслана Фраева, подошел один из бандитов и спросил, кто мать Сослана Фраева. Я ответила, что ей плохо, она лежала рядом тогда. Бандит сказал, чтобы мы сели отдельно на скамейку в спортзале. Но нас больше после этого не тревожили. Примерно в 13 часов прогремел сильный взрыв, а за ним второй. От взрывов начался пожар, рушился потолок. Я с внучкой и Фаризат Кубатиевой начали пробираться к выходу из спортзала. Переживая за внучку, я оставила Фаризат и выбралась с внучкой в столовую школы. Откуда нас вызволили сотрудники милиции, отправили в больницу города Беслана. У меня было пулевое ранение, у Елены небольшие ожоги тела. Позже я узнала, что погиб Руслан Фраев и Фаризат Кубатиева тоже погибло в помещении школы. Оглашаются в томе 56-м. Показания потерпевших. На листах дела 4-8. Это потерпевшие Хадиковой Залины Сослановны. Она была допрошена 27 сентября 2004 года. Примерно в 9 часов 20 минут, когда праздничная линейка уже построилась во двор школы, стали забегать мужчины в черных масках с автоматами в руках. Один из них выстрелил вверх, крикнул на нас и потребовал, чтобы все мы зашли в здание школы. Людей было очень много. Все мы проникли.